Добрый день, уважаемые друзья, дорогие коллеги. Я Владислав Каим, член первой молодежной консультативной группы по вопросам изменения климата при Генеральном секретаре ООН. Уже вторую неделю я нахожусь на 26-й конференции сторон рамочной конвенции изменения климата ООН. И мне хотелось бы отметить, что, к сожалению, до сих пор нет настоящего понимания того, как важна и как ценна молодежная экспертиза для процесса в рамках рамочной конвенции. Мы наблюдаем за ситуацией, когда количество молодых переговорщиков, в особенности по наиболее важным аспектам, критически мало. Молодежных наблюдателей в некоторой мере больше, но репрезентативность их, к сожалению, упала в связи с тем, что множество наших коллег не смогли приехать на конференцию. В связи с этим мой главный месседж глобальным лидерам и всем тем, кто наблюдает за работой конференции, будет: помогайте нам, молодежи, так же, как и мы помогаем всем нашим коллегам, которые находятся тут, с тем, чтобы молодежная экспертиза и опыт в ключевых аспектах климатических переговоров была представлена на самом высоком уровне и на уровне всех необходимых переговоров. Потому что переговоры о нашем будущем невозможно вести без нашего присутствия и без нашего опыта. Спасибо большое.